Привет. Наконец-то я добрался до камеры и решил записать первый видеоурок. Я не знаю твой уровень, возможно, ты уже играешь на гитаре, возможно, у тебя уже есть гитара, но, тем не менее, я должен начать с самых основ, чтобы все, каждый, кто смотрит этот видеоурок, после этого видео точно понял, какие гитары бывают, чем они отличаются, какая гитара ему больше подойдет, акустическая, классическая, электрогитара. Вот. Выбор гитары, он в основном зависит от целей, какие цели вы преследуете, какую музыку вы хотите играть. Вот. Ну и от текущего уровня тоже зависит. То есть, если вы начинающий гитарист, то, соответственно, там, например, электрогитару, наверное, брать рановато. Хотя тоже не всегда. Давайте начнем по порядку. Вот у меня здесь висят мои гитары. Вот эта гитара акустическая, вестерн гитара ее называют. Это классическая гитара и это электрогитара. Вот, здесь еще бас-гитара, но о ней мы сегодня разговаривать не будем. Давайте по порядку, то есть акустическая гитара. Эта гитара самая распространенная, пожалуй. Ее отличает, если сравнивать, например, с классической гитарой, здесь более узкий гриф, здесь металлические струны, здесь корпус деки отличается немного. Механика колков, здесь они расположены немножко по-другому, они смотрят от гитары. Вот. И самое, что такое ключевое, здесь есть металлический стержень внутри грифа, он называется анкер, анкерный болт. Он служит для того, чтобы держать нагрузку струн, потому что натяжение струн очень большое, соответственно, нагрузка на дерево тоже большая. И располагается он внутри грифа. И также он регулируется анкерным ключом для того, чтобы регулировать высоту струн и регулировать прогиб грифа. Вот. Такая гитара, она подходит для эстрадной музыки. Если вы хотите петь у костра, если вы хотите играть группу кино, если вы хотите играть группу Би-2, если вы хотите играть боем, там, допустим. Это как раз про акустическую гитару. Вот. Если сравнить ее с классической гитарой, сейчас мы к ней перейдем, то здесь немножко сложнее зажимать струны, потому что струны металлические все-таки. Еще сложность в том, что они ближе друг к другу, то есть пальцы начинают задевать соседние струны. Поэтому обучение на такой гитаре, оно немного сложнее, чем на классической гитаре. Но опять же, если все-таки у вас цель играть такую музыку, которую я сказал, то есть, допустим, не знаю, там, даже Sting тот же. То я бы все-таки посоветовал вам акустическую гитару. Хотя вот сейчас про Sting сказал и вспомнил, что он играет на классической гитаре. Ладно, чтобы вам было более понятно, я перейду к классической гитаре. И после обзора этой гитары уже будет... Ну, наглядно видно, какая гитара для какой музыки больше подходит. Вот эта классическая гитара, здесь что ее отличает от акустической? Здесь более широкий гриф, здесь другая форма деки, здесь самое, что важное, нейлоновые струны, они более мягкие, их легче зажимать. Пальцы у вас не будут так сильно болеть, как если бы вы играли на акустической гитаре. Но опять же, пальцы болят первое время только. То есть первую неделю-две. За счет того, что гриф более широкий, здесь проще зажимать аккорды, потому что пальцы не задевают соседние струны. Вообще, в целом, учиться играть на гитаре, на классической гитаре, конечно, проще. Вот. Поэтому даже если вы хотите, допустим, играть эстрадную музыку, но вам тяжело дается обучение, или вы думаете, что будет сложно, можете купить классическую гитару, но, опять же, на первое время для обучения. Вот. В дальнейшем, если вы хотите играть чичерину, то, конечно, вам придется все равно купить акустическую или электрогитару. Вот. Какая музыка характерна для классической гитары? Это романсы, это классическая музыка, это фламенко. И в основном играют на такой гитаре пальцами. Вот. Ну, я не знаю, допустим, вот такую музыку можно поиграть на классической гитаре.
Ванс Гомеса. Эта музыка очень характерная для классической гитары. Ну, фламенко тоже, наверное, все знают. Дидюля. Вот. Примерно так. То есть, вот такой репертуар. Если вы хотите играть такой репертуар именно, играть какие-то мелодии, переборы, то классическая гитара – это очень хороший вариант для вас. Вот. Что не очень хорошо звучит на классической гитаре, так это вот как раз дворовые вот эти бои все, когда мы играем пачку сигарет на классической гитаре, это звучит как палкой по забору примерно. Поэтому все-таки для вас надо в первую очередь определиться, какую музыку вы бы хотели играть, и исходя из этого выбирать уже инструмент. Вот. И если у вас есть возможность, допустим, начать с одного инструмента, потом купить другой, то можно начинать с классической гитары в том смысле, что на ней просто легче учиться. Легче учиться играть любую музыку, в принципе. Но в дальнейшем, если вы хотите играть эстрадную музыку, все-таки надо будет купить акустическую гитару. Она будет звучать более подходящей для такой музыки. Вот. Далее у нас электрогитара. Ну, это уже совсем такой специфичный инструмент. Сама по себе электрогитара, она не звучит без подключения к усилителю или к какому-либо там, программному эмулятору, допустим. Она звучит, ну, вот так вот, то есть она звучит очень тихо, похоже на акустическую гитару по звучанию. Вот. Здесь какие отличия? Ну, во-первых, внешний вид, да, конструкция сама. Здесь стоят звукосниматели. Бывают очень разные модификации звукоснимателей. Здесь переключатель датчиков. Струны. Струны здесь более тонкие. Они очень легко тянутся для того, чтобы делать вот такие вот всякие подтяжки. То есть они намного легче зажимаются. Вот, кстати, на электрогитаре тоже очень легко зажимать аккорды и так далее, потому что струны очень тонкие. Они очень слабо натянуты, имеют слабое натяжение. Соответственно, зажимать их очень легко тоже. Вот. Электрогитара, она, по сути, просто является источником сигнала для обработки, для дальнейшей обработки усилителем или программным каким-то эмулятором. И само звучание формирует именно усилитель и прочие плагины. Ну, допустим, сейчас вот я играю... Это вот самый такой распространенный звук электрогитары, когда он перегружается усилителем. Вот. То есть это такой вот как раз Рамштайн. У многих электрогитар ассоциируется именно вот только с таким звуком. На самом деле звуков большое количество. Можно накрутить совершенно разные звуки. Как чистый звук, так и перегруженный звук. Все зависит от того, что вы хотите услышать. То есть это, пожалуй, самый такой распространенный эстрадный инструмент. Он используется во многочисленных стилях, практически во всех, от тяжелого металла до джаза, блюза, попсы, латино, все что угодно. И звучание у него тоже очень разнообразное. В целом, если вы хотите играть, допустим, какую-то такую рок-музыку или что-то такое, связанное с электрогитарой, я бы не стал сильно отговаривать сразу купить электрогитару, потому что, в принципе, изучать, допустим, азы, аккорды, базу можно на любой гитаре одинаково. То есть они, по сути, имеют одинаковый строй, одинаково, то есть ноты те же самые, все то же самое, они отличаются только конструктивно и звучанием. Поэтому... Вам надо в первую очередь определиться с целью, что вы хотите от гитары, и, соответственно, уже выбрать ее. Вы можете мне ответить на это видео в сообщении. Возможно, у вас уже есть какая-то гитара, вы можете ее сфотографировать, написать мне модель гитары. Я дам вам рекомендации по поводу того, подходит эта гитара вам или не подходит.
Вы можете написать, что бы вы хотели вообще в итоге, то есть какую музыку играть, может быть, что-то уже играете. Отправьте видео того, как вы уже играете, чтобы я вам дал обратную связь по поводу того, что можно дальше с этим делать. Возможно, вам надо, допустим, отдать гитару мастеру, чтобы ее отстроить или подкрутить там анкерный стержень. И после этого, возможно, вам будет легче играть на ней. Поэтому про гитары, в принципе, я все сказал. Рекомендаций таких вот однозначных дать не могу, что вот бери только такую гитару и учись на ней. Если резюмировать, если вы хотите играть эстрадную музыку, если вы хотите играть песни у костра, если вы хотите играть боем, там вы любите группу Кино, вам нравятся блатные аккорды, то по стилистике подходит больше акустическая гитара. Немножко будет сложнее учиться, но я бы сказал совсем незначительно. Если вы взрослый парень, то вообще без разницы. Если вы молодая девушка, то, возможно, это будет разница, ну, ощутима. Поэтому для девушек, возможно, можно начинать с классической гитары, просто потому что будет легче зажимать, пальцы у вас, ну, будут слушаться лучше и так далее. Вот. Классическая гитара, она больше подходит для классической музыки. Опять же, девушки, вот некоторые любят играть всякие переборы, романсы, именно мелодии какие-то. То есть не обязательно, чтобы пели под гитару, а именно инструментальные какие-то композиции на гитаре. То классическая гитара, она вот в этом случае тоже подходит. И опять же, классическая гитара – это самый легкий в обучении инструмент. В плане того, что легче зажимать, гриф широкий. В общем, учиться на ней будет немножко проще. Вот. Поэтому неплохой вариант, если вы купите классическую гитару, даже с целью научиться играть какие-то эстрадные песни, чтобы вам было просто легче учиться, а потом вы купите акустическую гитару, чтобы уже было звучание то, что надо. Вот. Но опять же, есть такой момент, что обучаясь эстрадной музыке на классической гитаре, возможно, вас это не будет мотивировать, потому что звучать это будет все равно как палкой по забору. То есть удовольствие от исполнения такой музыки на классической гитаре будет меньше. И электрогитара. Электрогитара уже имеет широкое звучание. Но можно, в принципе, начинать и с электрогитары. Единственное, тут сразу надо понимать, что это немножко будет дороже, потому что надо купить помимо электрогитары еще усилитель, либо купить программные эмуляторы, там звуковую карту надо будет купить, компьютер, опять же, колонки хорошие нужны будут. То есть в любом случае это получается немножко дороже. Вот. Поэтому если вы только думаете, стоит вообще начинать или нет, конечно, сразу тратиться и много денег тратить на это я бы не советовал, потому что, возможно, у вас пропадет желание там, или приоритеты поменяются. Поэтому начать лучше с малого. Надеюсь, я был вам полезен в этом видеоуроке. Надеюсь, я вас не утомил. Опять же, повторюсь, отвечайте мне на это видеосообщение, пишите, какие у вас гитары, пишите, что вы уже умеете играть, какой у вас уровень. Я постараюсь дать каждому обратную связь, ответить на сообщения и надеюсь, что этот урок вас спровоцирует посмотреть следующий видеоурок и следующий. Надеюсь, было вам полезно. Спасибо.